Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами по уставу Православной Церкви вступаем в подготовительные недели к Великому Посту. Церковь, как заботливая мать, ведет нас к самосовершенствованию, ведет нас ко Христу по нашему жизненному пути. И дни Великого Поста – это время покаяния, это время очищения нашей души, нашего сердца. Церковь готовит нас к этому времени подготовительными неделями, давая нам опыт жизни святых отцов и церкви на протяжении 2 веков христианства и даже ветхозаветной церкви, показывая каждому из нас, как мы должны вести себя в дни Великого Поста, и не только в дни Великого Поста, но и каждый день. Впрочем, надо сказать, что приуготовление к дням Великого Поста начинается с недели о Закхее, когда мы читаем в Евангелии о покаянии человека, который был далек от совершенствования, далек от нравственной жизни, но раскаялся. Сегодня мы с вами поговорим о притче о мытаре и фарисее. Собственно, уставом церкви эта первая неделя посвящена приуготовлению к дням Великого Поста. Что говорится в евангельском чтении, как мы должны вести себя во время Великого Поста, какие ориентиры нравственного восхождения преподает нам Святая Церковь. Об этом мы сегодня поговорим. Мы с вами вступили в подготовительные недели к Великому Посту. Церковь, как заботливая мать, показывает нам образ доброго христианина, к чему должен стремиться каждый из нас. Подготовительных недель 4. Каждая из них – это своего рода духовный ориентир, на что необходимо обратить внимание каждому из нас в дни Великого Поста. Первая неделя – это неделя о мытаре и фарисее, затем неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде и прощенное воскресенье. Итак, первая подготовительная неделя о мытаре и фарисее. Обратимся к евангельскому тексту этого воскресного дня. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя в себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Этим евангельским чтением Церковь дает нам духовный ориентир. В храм пришли два человека – мытар и фарисей. Фарисей – благочестивый человек, мытар – грешник. Фарисейство было весьма распространено среди людей Ветхого Завета. Это религиозное течение. Фарисей в переводе с еврейского – это обособившиеся. Люди, которые кроме предписаний Священного Писания, закона Моисея, соблюдали еще предписания так называемых старцев, то есть устные предания. И, к великому сожалению, почитали себя праведными, благочестивыми, святыми, не обращая внимания на свое внутреннее состояние. Поэтому мы можем встретить в Евангелии очень часто Христос обличает фарисеев, обличает за их лицемерие. Но мы должны понимать, что сам настрой фарисея – это доброе, благочестивое дело. Евангелие нам говорит о том, что человек исполнял закон Божий. Два раза в неделю постился, давал десятину на храм, вел добрый, благочестивый образ жизни. И вот, дорогие братья и сестры, мы должны подражать этому, подражать доброй, благочестивой жизни этого человека, то есть соблюдать закон Божий. Но очень важно, чтобы соблюдение закона Божия не перешло во внешнее соблюдение. К великому сожалению, это бывает с каждым из нас. В нас живет и фарисей, и мытарь. Мытари – люди, которые были презираемы своими соплеменниками, потому что они собирали налог с людей на римскую власть, власть захватчиков, власть поработителей. Это, во-первых, почему их ненавидели, но и, во-вторых, потому что они злоупотребляли тем, что собирали налог. Очень часто они брали больше положенного, чем обижали людей. И люди их за это ненавидели. Но вот мытарь пришел в храм. Он понимает, что его образ поведения, образ жизни – это образ жизни и поведения плохого человека. Как говорит Евангелие, он даже не может поднять глаза ввысь, в небо. Он, потупив глаза вниз, просит Бога, чтобы Господь простил его грехи. «Боже, милостью буди мне грешным». И это пример для каждого из нас. В образе фарисея
как я уже сказал, мы можем взять полезное и доброе. Конечно, за исключением второй части его молитвы. Придя в храм, молясь Богу, он доходит до самопревозношения. Он начинает осуждать других людей. Он благодарит Бога, что он не таков, как прочие человецы, как другие люди. И вот этого должен бояться каждый из нас. Не только приходя в храм и говорить те же слова, но в нашей повседневной жизни бояться того, чтобы осудить несудимы. Не судите, да не судимы будете, говорит нам Господь. И, конечно же, мытарь. Он смиренно просит прощения за свои грехи и прегрешения. И церковь, вступая в дни Великого Поста, обращает наше внимание, как мы должны вести духовный образ жизни. Нам необходимо искоренить гордыню, самопревозношение, осуждение других людей и, конечно же, другие грехи. Нам необходимо каяться в своих грехах. И Церковь наставляет каждого из нас, что в нас должно жить смирение. Что такое смирение? Смирение – это образ поведения человека. Человек должен понимать, что все сферы его жизни должны быть направлены на духовное совершенствование. Человек должен понимать, что мысль, слово, дело, они должны обогащать человека духовно и, конечно же, обогащать тех, кто находится рядом с нами. Недостаток фарисея – это гордыня. Гордость – это, как говорят святые отцы церкви, мать всех грехов, мать всех пороков. Когда человек не замечает других и думает только о себе. Если взять какое-то общество, народ, это превозношение над другими, а такое поведение приводит к ненависти, приводит даже к убийствам, приводит к войне. Именно потому, что Церковь обращает внимание на смысл духовной жизни своих чад, которые должны бороться с гордыней, с самопревозношением, Церковь начинает подготовительные дни к Великому Посту с притчи о мытаре и фарисее. Именно гордыня фарисея, она является той преградой к духовной жизни, которая не дает человеку быть смиренным и видеть свои недостатки. И пример фарисея показывает нам то, что каждый из нас должен видеть в первую очередь свои недостатки, видеть свои слабости, с которыми необходимо каждому из нас бороться. Ведь самая главная победа, победа из побед, это победа самого себя. Об этом мы должны помнить всегда.